текущем году республика в 13-й раз отметит День единства народов Дагестана, который ежегодно проходит 15 сентября. Учрежденный в 2011 году, этот праздник был инициирован на Третьем съезде народов Дагестана для укрепления многонационального единства региона. Идею предложил Магомед Салам Магомедов, в то время президент республики, а резолюцию озвучил общественный деятель Гамзат Гамзатов. Дата праздника выбрана в честь победы дагестанской армии над войсками Надиршаха в 1741 году, став символом единства и силы народов Дагестана. Каспийский день единства отметят праздничным концертом, тематическими выставками и другими культурными мероприятиями. Напомним, что в связи с празднованием понедельник, 16 сентября, является нерабочим днем.